Можно я вздремну? Мне придется разбавить маньеризм неоклассицизмом, но ничего. Ты говоришь такие чудные. Я выпрыгнул перед твоей картиной, она испорчена. Ты только что испортил 6 месяцев работы. Ты пожалеешь, что родился на свет. Я и так жалею. Я родился перед Рождеством. Не волнуйся. Растворитель. Какая прелесть! И главное, я не виноват. На самом деле, папа, ты сегодня ответственный родитель, поэтому тоже виноват. Что же делать? Почему бы просто не выстричь краску из ее волос? Буду стричь, пока не наткнусь на камень. А теперь сообщить новости со всей известной мне деликатностью. Проснись и погляди на свои волосы. Здравствует мать Немо. Если рыбка может умереть, значит, все умирают. Так что надо успеть пожить, пока можешь. Поэтому я собираюсь объясниться в любви Лизе. Гомер, благодаря твоей нелицензированной парикмахерской работе, Бетти и Сельма весь день получали комплименты. Мне сказали, что это дом лучшего в Спрингфилде парикмахера. Мне нужна стрижка, но мне нужна на счет 1, 2, 3. Дамочки, я не парикмахер. У тебя точно нет салона? Ну, по пьяни я заводил много дурацких предприятий, но вроде нет. Жалко. Ты так здорово управляешься с волосами. Марч, облысение — одна из самых ужасных потерь в жизни. Как будто любимая собака умерла у тебя на голове. И теперь, когда моя мягкая каштановая грива пропала, я мечтаю делать стрижки, укладки, прически за деньги. Может, мне и правда открыть салон? Внимание! Да знают все вокруг! Лиза Симпсон — самая умная, добрая, более лучшая девчонка в целом свете. Я знаю, что ты любишь музыку, Лиза, так что я спою любовную песню, которую написал для тебя. Учитель зубную пасту есть не велел, я пасту съел и прибалдел, и во сне увидел тебя. Лиза, Лиза, дева небес, в алом платье и с короной волос, глазеть на тебя ли, вот в чем вопрос. Итак, Лиза, я люблю тебя. Это любовь взаимна или нет? Извини, но я не люблю тебя, Милхаус, и никогда не полюблю. По-моему, это было прекрасно. Правда? Да, так романтично. И с рифмой. Я Таффи. Ты не поможешь мне затащить термин «вокс» обратно в кладовку? Это свидание. И днями напролет Апу рассуждает о Леди Гаге. А ведь за 20 лет до нее Рава Хатан делала то же самое. Но забавно, что мой Тимати каждый раз использует кратчайшую форму крещения, если по телеку в этот день баскетбол. Гомерчик, ты вообще меня слушаешь? Извини, детка, я весь день слушал, как женщины говорят. Привет, народ. Лиза, ты уронила книги. Когда будешь поднимать, не забудь согнуть колени. Ты так много знаешь о механике тела. Это мадам точно твоя. Определенно. И зачем этой популярной пятикласснице вроде нее интересоваться таким Милхаусом, как Милхаус? Загадка природы. Да, точно. Да, да. Знаю, Кирку отвратительно, что собака любит меня больше. Но Рекс просто доминирует над более слабым самцом. Кто-нибудь здесь хочет подстричься без лишних разговоров? Нет, точно не я, нет. Весь день напролет они мне рассказывают тупые и скучные истории. Здесь ты в безопасности. Можешь забыть все, что они говорили. Собака ставит его на четвереньки. Жует закладку от Библии. Теряет пульт в складках жира. Когда я смотрю на вас, я могу видеть только придури, которые сводят ваших жен с ума. Придури, придури, придури. Успокойся, Гомер. Убийца. Вернусь через свой труп. Гомер, можешь сделать меня пижонкой? Извини, Сара, но я в отставке. На сегодня полицейский бал. Если ты подведешь мою Сару, я сильно осложню тебе жизнь. А еще я могу издавать очень противные звуки. Да хватит приставать, чувак, кончай. Ладно, ладно, ты победил. Гомер, я думал, ты завязал. Не могу, они мне не дают. А что ты не сделаешь то, что на атомной станции? В смысле, халтуру? Сок! Халтура? Конечно!
О, боже. Это как Моцарт и холерик. Мой гений не остановить. Гуляем с Таффи. Так, это же страничка Таффи. Просто хочу знать, чего она хочет от Милхауса. Девушка вроде нее могла бы дружить с пятиклассником. Может быть, даже Кайлом Лубьянко. Таффи что-то затевает, но сидя за компьютером, я так и не узнаю, что. Пора обновить сапоги. Бедный Гомерчик. Мардж, ты слышишь? Послушай. Это волосы растут. Ну все, хватит. Мне нужно милирование на девичник. Можешь начать с помывки, брысь. Пожалуйста, я даже куплю ваш продукт. Here, my love. Вот, любовь моя. Спасибо. Кому надо так преследовать Милхауса? Вынюхивая их целый день, я много узнала о психопатах. Место, где держатся за ручки. Лиза? Лиза? Все кончено. Ничего не кончено и никогда не будет. Милхаус, ты очень классный, но есть причина, почему у нас ничего не выходит. Потому что ты всегда будешь любить ее. Ты не хочешь, чтобы я был с тобой? Ты не хочешь, чтобы я был с кем-то другим? Насколько я должен быть несчастен, чтобы ты была счастлива? Лиза, это значит, что я тебе нравлюсь? Да, нет, не знаю. Отель Спрингфилд. Полицейский бал «Зеленая миля». Доктор и миссис Джулиус Хибер. Мистер Гомер Джей и мистер Марш Бувье Симпсоны. Ее прическа. Ты превзошел себя, Гомер. Моя жена изменила мне с другим парикмахером. С другим парикмахером? Кто это? Мы должны знать. Нет. Хулио мой маленький секрет. Хулио? Именно так, дамы. В общем, первым 5 клиенткам скидка. Вторым 5 секреты о первых 5. Солнышко, спасибо, что спасла меня от суровой участи Эдварда руки-ножницы. Пора оказать ответную услугу. Гомерчик, от тебя у меня мурашки по коже. Ты знаешь, как ублажить женщин?